Пойдем пока это. Паша. А, не залязывается. Че, че? РПГ 18, ты по какой мушке целится на установку дистанции? Нижняя 50, следующая 100, следующая 200, самая следующая 250. Если ты стрелки не нажимал на клавиатуре верхней. А если стрелки нажимал? Стрелы берите в бэхах стрел много. А если нажал, смотри, ты нажал, у тебя там 50 стоит, прибавляй к этим значениям 50. А, вот, все понял. То есть нижняя теперь 100 у тебя стала. Ясно, спасибо. Да. Главное не сгореть в начале миссии, это с нами по шее. Я всегда стреляю, ставлю по нижней, то есть, чтобы там так проще ориентироваться. 50 ставлю, не на 100 надо метров, я 50 ставлю, на 150 там тут. Да, да, да. Это самое простое, быстрее всего можно сориентироваться. Паш, как ты позиция? Забудь закрыть эту технику. Воу-воу-воу. ДНР, это полегче. А метку на карте поставил, БМП. Она поедет, сразу туда поедет? Она в город не поедет? А нет, я зачем? Думаю, в город лучше. Пехотку же надо довести. Да, он лазит. Ну ладно, проще, тогда пофиг на город. 7 человек влезет в лазик? А у нас какая сушка? Да. И сколько у нас? 7 влезет. А нас? У нас 7. Уазик берем. Все, уазик берем. Зарядов нету для миномета. Люди с бэхи слезаем, кто пехотка, и в уазике едем. Альфа Вазик. Как у нас водит? А у нас 6 человек водит. Я мой направо. Он еще место сзади остался. Кто не сел? Это ты, Рексар. Алло, типа как вы здесь? Миномет, БП, миномет там заберите с Синодова. Или кто там? Магиарный. Нам там-то вряд ли понадобится. Тебя что? Тебя прикольно быстрее работать по 100 метров. Сейчас столбик убьемся и все, и хит. Что-то разорвем. В городе, кстати, дальность порезать можете в настройках. Резать побольше. Два раза в хабе без сдох, можно третий раз вылазить без сдох. Весь гейминг со сегодня. Кстати, по-моему, мы вам постоянно геймплей портили. А, нет, один раз вам бэха испортил, один раз мне, да. Он что-то не водашка ругается. Что страшного его, по-моему. Ты вот в церкви, да? У тебя мы на дефолте или на 107? Чё, все молчат? Да. На 107 базовый. Дядя, финанём, чё? Дядя, останавливайся. Стой, чё? Я ползу под забор, короче. Если что, я налево от УАЗика ушел. Как понял? Поняли. А я под забором полежу. Есть. А можно ты разразно пройти 4 человека, тогда никуда не пойдем. Кого куда? Ты обратно отправили, вот 4 человека забрать, во всю технику забрали, и мы пешком идем.
мы технику, мы УАЗик у нас. Ну я могу вернуться, в принципе. БТР лучше за нами отправь. А я не знаю, связи с ним, у меня нет. БТР здесь на связи есть? Да, я дал метку на БМПшку в район. Я там метку дал на БМПшку, она где-то в порту, по-моему, тусит. Проверка. Я один тут только на этой окошке из совы. Под забором наш танкист ползает, это... Под забором, короче, с нами бегает, нет? Только ползет сейчас. Ползаю под забором я, АВ, метка есть. Ты у тебя... Ты на север ползешь, да, сейчас практически? Вдоль забора. Понял. Там аккуратнее, у тебя впереди БМПшка на холме стоит. Не свой. БМП уехал оттуда. Где наш самолет? Где наш самолет сейчас находится? Как бы сбивать? Наш где относительно города находится? А вы Бэха уехала оттуда. Она там же. Бэха там же, она на Акмуры скатилась. Да у нее на ДБ, скорее всего. Видно, что может сбить только что. Блин. Ну что, будем окапываться? Вау. Так, живым. Паша, Паша, Паша. Там залип. Паша. Паша? Чё-чё? Я тут свой убил в лоб. Не, я как бы... Ну, может, я оплошался, конечно, ввёл. БТР ты вёл. Он спросил, кто вёл Бэху. Я сказал я, и мне в лоб пуля. А самолет, самолет кто сбил? Ракеты, да? По-моему, ракета. Блин, я думал там пищалка стоит, а там оказывается слева сверху выводится, типа сбросьте ловушки,
Чем ты хрен заметишь эту штуку? Категория, я слышал, когда Лоби летел, у него была пищалка. Бисмут, а ты за кого? Я за себя. За наш. Блин, зашел хвост вражескому самолету, машил ему. Он живой, оказывается, зараза. War Thunder. Бессмертная сушка какая-то. Это ты еще понимаешь. Все, я обиделся. Меня кто-то свой убил. Это месть вам. Понял? Ванька, Ванька. Он заметно написал, что пищалка не работает. Ванька. Бисмут, тебя сбили, что ли? Нет, не надо. Да, меня сбили. Кстати, как? Понятно. Потому что не я стрелял. Ну, в турнах. Я пойду. Да как так? Пищалка не работает. Живой. Как он мне горит сейчас? Да, а короче, этого Хаттаба убили нафиг свои. Бисмут, хочешь прикол? Бисмут, у тебя вечно. Бисмут, хочешь прикол? Да. А у него работает пищалка. У него работает пищалка, ему под хвост еще. Там, не знаю, снарядов 50 точно попало. Предлагаю его за 4. Нет, предлагаю забанить того, кто меня убил, в лоб. И того, и другого. Логично. Или того, кто убивает чего-то. Ну, Сметана очень интересный геймплей. А что это делают аутисты за городами, что ли? Игроки, зачем ехать было? Ништяк. Вот, слушай, чего они там эти пашки дергали? Да когда же ворона убьют? То есть только наше отделение держит? Не, я бы подумал, если бы не знал, что Иванчика грохнули. Я бы подумал, что это Иванчик за городом шляется. Я на бэхе водителем был. Меня ты убили. На бэхе водителем был. Вдвоем вообще любит решил. А, на бэтере, да. Ну ладно. А, никого не важно. Как не важно? БМП, БТР. Какая разница, я до берега довез. Да, на бэхе не важно. А до какого берега не важно? Одна бэха сняла, все. Остальное не важно. А кто был тот везунчик, который не успел слезть в БМП? Потом он сам последний слез в угол зеркал переехали. У нас мало того, что сейчас все за городом находятся, так у нас бойная команда еще не приехала. Сейчас, сейчас я знаю. Серьезно, из-за того, что один человек находится в точке, они не могут купить шанс. Этот человек умирал дважды, третий раз умирать не хочет. Ванчик на бледный синий. Он сразу за троих. А, нет, красный. Да, я хотел поиграть. Не поиграл? Нет. Не, ну заодно я точно поиграл. А вы там убей кого-нибудь.
А вы сейчас будете поджидать. Да, бежит, бежит, мясо идет. Там опасно. Там на крыше здания уже, да, все плохо. А че, просто? Граната. У нас было 3 квадрата. Ой, ноль. Скоро. Да, ладно, не горит. Снова попал. Все равно. Масс, самолет уже. Так он был, он. Ой-ой-ой. Да хватит жаловаться, мне слетать не летать. Мне слетать? Аааа! Да у меня 800 часов. Да у меня вообще 800 часов. Я такого не говорил. А вы, как же так, а вы? Ты говорил. Я что, не знаю, у нас... Они меня свою стенку, что ли, заметили? Нет, он долго тебя выцеливал очень, прям... Стоял тебя, посмотрел. Он выкатился и... А он лежа выкатился из забора один раз, потом второй раз и выстрелил в тебя. При этом долго тупил еще перед этим. Блин, ворон, отойди с крыши. Ой, смотри. Два бойца бегут. Бля, бля, бля. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Что за Аркадий Северный на суде? Ай-ай-ай, это я котлетил. Цыган. Ворон, убейся. Ворон. Короче. Что ты цыган, говоришь, что ворон аккуратно слезай с крыши, то ты говоришь, ворон, убейся. Я ему сказал, прыгай с крыши. Ну как ходить, я как бы к ворону не отдался. Спросите у него, пропищал. Как так-то? Красных есть, а синих нет. Угу. Чем там? Может тебе сразу самолет дать с частотами нашими, а? Какой же? Это-то зачем? Чтобы одинаковые были, Ванч. Не злой. Ну, хватит уже. На самолет D-30 можно, пожалуйста? Да-да-да. В автоматическом режиме? Да. Сразу несколько. Или ДВшку, которая обловит больше 5 километров. Я тебя больше обрадую. Наш самолет хотя бы наших сейчас работает. Вот был на ДВшке, да? Ну это-то ладно, но у вашего самолета под хвостом 50 выстрелов с КШ. Ты под хвост не смотри. Хорошо. Хоть собакам подходит. Короче, на южном острове с аэродромом я тебя нарисовал, можешь посмотреть. Юго-запад. Где юг? Снизу. Тут уже музычку. Не вижу. Остров Рахмани. Зацеплю. Может, Лерч сейчас поймает кого-то. Висмут, это же ты нарисовал. А? Карыч, 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 знаешь, что слева? Лицо. Ой, как заумно. Да. Что за наркоман в кустах себе? А вот и Ворон, дайте мне ворона, подождите. Есть, есть. Почему за синих не работает пищал? Появляется какое-то сообщение, что относится ловушки, а пищалки нету. Ну, это и есть пищал. А почему красная? Она нормальная? Ненормальная. Странно. Точно такая же. Ворон, ты можешь заметку написать? Понятно. Ну, вы... У нас звонит... Не шри. Понятно. Это как так? А, Ремис, слышь, мы с тобой еще перестрелялись. Это как так. Похоже, я сразу пробегал. Парни, что трупы пошли? Ну, мы клир. Да. Мини-валяшку прямо барона дома. Один против
Так, в смысле, один там и было двое, да? Слышь, чё? Когда я двоих на вас видел. Кто еще? Я сзади зашел, двоих таких просто. А, да. Да, это я убил. Вроде. Ты, короче, с этим еще ходил. Ну да. Я захожу. Граната под себя бросила. Нет, не надо. А? Что гранат? Какой еще раз? А я убил кого-то? Да. Да. А такая глянчик, что гуляш. Чего герой? Я просто под груз. Без палева. Не, он еще не знал, что он спустил. Не умножаешься. Я жив. Чего? Травматическое оружие. Где первый? Это у меня. У Демьяна, что за геймплей? Он грибы собирает сюда. Нет, он не убил. Он ранен. У него какие-то специальные. Вы еще раз это уже местами поменяемся. Да, 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 да. Давайте работаем. Транстейшн челлендж нормально. Следующий нормально. Да, это тоже. А мы влезем вообще в транстейшн? Да нет, наверное. Тогда слышишь, давай начнем гибель. Я там сделал специально. Опять гибель. Сейчас все ливнут половину от этого шага. Была какая-то миссия на этом. А это кабин, да? Там бордер. Все, что? Все. ПНР, мы два. Ну а ты думаешь лучше? Ты так прикольно скинулся. Кто так горит? И граната бросил в полете. А ты типа из-за анимации? Да, граната? Я упал в анимации. Я кидал гранату и нажимал вперед. Я хотел подойти. Не то, что он внутри, когда он просто катает. А, ну он же идет. От пояса да, кидает. Да, да, да. И он пошел. Он сбил, он падает. Я ломаю ноги и купаюсь. Надо было заворачивать анимацию налево, чтобы... И прежде чем долететь до земли, еще получил полюс. Да. Забавно как бы вообще. Там еще лежал, тебе 30 пуль высадили, и ты живой. Нормально, мы перемололись. Никакой. Так и СУшка хорошая. Оружие. А сколько народа ехало в Бэхе у Сини? Охерел. Экипаж, наверное. Все, экипаж и все, что ли? Да. Так неинтересно. Я так понял, сейчас еще один пират заходит в зону и все. Вин. Да уже можно. Да. Просто Синий вышел из нее. Да. Ну ладно. Догой ее еще раз. Вдруг нагнул сейчас, во что? Да нет, если зайдет он последний красный в синюю зону, не будет вина. Тут до окончания времени или пока всех не перебьют. Уже были на захват всех этих был уже. Мы один раз полностью захватывали, но это почему-то так. Ворон поменял, вроде починил. Да. Тут иди, а что так нужно? Чудо меня делал. Пошел. У Демьяна, по-моему, гейминг свой вообще. Чё там делаешь? Силот не пособирает. Бутылку нашёл. Не Демьян, но не Демьян. Нормально. Да вон, сочек. Руки от картошки. Ещё. Промазал. Да что такое? Ура, я попал. О! Вообще подойдет нормально. Сядет на перевес. Надо еще. Гранаты. Тварь не подыхает. Калаша надо расстрелять еще. Еще, наверное, его починит. Сядет. Жарко. Что-то думаю. О. Я пока мне больше не нужна. Это либо не я. Я думал, он сел подумать. Хоть делал, думаю, хоть что-то я сделал, да. БТР свой. Все, и вышел из игры. БТР я посломал. А нет. Нет, он лутает. Горящий в этом лутает? Наблюдает. Что-то непонятно. Хикард включил. Не живешь, просто. Теперь вопрос, где я нахожусь, в доме?
Тем временем РВК идет. Какой цели? Умереть. Кстати, я знаю, что у вас... Он захвачен. В зоне здания. Ура, зона захвачена. Обе.